Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. И сразу, прямо сейчас скажу то, что все пожилые люди, все пенсионеры, все те, кто учится в детском садике, все те, у кого слабенькое сердце, кто уже на грани инфаркта, и в принципе все, у кого неустойчивая психика, отойди от экрана. Потому что сегодня в новой серии одного блока будет страшноватый блок. Я помню, у меня в школе ходила даже история, то, что один человек поиграл в Майнкрафт вот с этим текстурпаком, и до сих пор его из психушки не выпустил. Он до сих пор там. Поэтому аккуратно, молодые люди, аккуратно. Создаем мир. Мурмячный, мяутрас, мурпопик. Create new мяу world! Это, наверное, единственная серия одного блока, где мне прям очень много всего нужно объяснить. Мяу-мяу. Но я этого делать не буду. Самое главное, мой тебе совет, пожалуйста, никогда в жизни не засматривайся в воду. Она умеет гипнотизировать. Очень сильно она умеет гипнотизировать. Я не знаю, честное слово, почему на сегодня такой наркоманский текстурпак. Но самое главное, он есть! И посмотрим, кто сегодня выиграет. Или бабы, или пацаны. Мне кажется, бабы засмотрятся на... Девушки, извиняюсь. Девушки засмотрятся на всех этих котеек. И им даже будет не до железа. Мяу-мяу, мазафакеры! Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу! Или бан! Все поняли? Я надеюсь, что после окончания этой серии действительно никто не будет госпитализирован в плане психического расстройства. Ты знаешь правила, да? А если не знаешь, что дерево, что камень, что земля, что железо, что уголь, они выглядят как один блок. Мы не знаем, где находится камень и где находится железо. Правила таковы. Команда пацанов направо, вот туда, а тёлочки налево, тёлочки вот туда, вот туда. Сегодня у тёлочек два предводителя. И Мия, и Стасик. Вместо Катеридзе. Чья команда быстрее найдет каждому участнику по 4 железа и скрафтит себе железные ботиночки, та команда и выиграет. То есть в сумме получается сколько? В сумме получается 16 железа нужно. Кстати, тут же еще новенький у нас Smart Cube, мы его не знаем как назвать. Типа Cube это как бы квадрат или кубик Рубик, но фамилия у него Маликов, поэтому мы его хотим назвать Малек. В принципе, все за Малька. Малек подходит ему, мне кажется, да? Или Малышева, реально. Пока будешь Малек, а потом, если что, мы тебе поменяем ник. В глобальном счете мы лидируем, превосходим над девушками 3-2. Если девушки сегодня затащат, они сравняют счет 3-3. Если мы затащим, тогда мой девушек вообще прям пу-пу-пу 4-2 получается. Свинка, твоя задача рубить деревянных котиков. Ты хлеб, ну ты знаешь свою задачу, если что, охотиться на баб, ну там спать тишка их просто шандарахает. Ну, в любом случае, вот, ты знаешь. А ты Малек. Ты новенький, у тебя будет сразу самая сложная задача добывать железо. Просто копай блоки, если выпадает железо, ори в чате то, что у Малька появилось железо. Все понятно, Малек, смотри, ты на испытательном сроке. Девочки, тёлочки, бабушки и пацантре. Все готовы? Раз! Два! Мяу! Погнали, 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 быстро, 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 за деревом, за деревом, за деревом, шашлык, добывай дерево, я тебе тоже помогу добыть дерево, быстро, 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 каждый, чтобы через одну минуту имел деревянную кирку, ля, какой красивый котик, а мы, ребята, пока здесь начинаем выживать, напишите в комментах, какой блок вам нравится больше всего, деревянный или вот этот, подписчики сказали, то, что вот этот блок самый страшный, ну или вот этот, так, так, так. Палочки есть, но у меня нет еще дерева на то, чтобы скрафтить. Опа, шашлык, да, 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 есть что-то, ничего нет, блин. Катафанка, вали ты отсюда. Они уже хлеб добывают, вот этот, хлеб. Какой хлеб? Камень они уже добывают, почему я сказал то, что не хлеб добывают? Хлеб, ты камень тоже добывай, потому что нам тоже камень нужен. Я еще даже дерево до конца не смог добыть. Так, все, валим отсюда, валим, валим, валим. По центре ищите шахту, пожалуйста. Давай, хлеб, копай, копай, копай. Я не вижу, где малек, я не вижу, где шашлык. Пацаны, вы там случайно не пипики пинаете, а? Опа, опа, опа. Опа, давай, давай. О, хлеб, да ты ля, какой красавец. Вы посмотрите, что он уже успел скрафтить. Так, я сомневаюсь, что где-то здесь может быть железо. Мне кажется, надо спускаться немножко пониже, поэтому... Давай, 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 давай,
Опа, завалил! Так, минус 7, это наша база с этого момента, состраивайтесь, пацаны, сгоняйте кто-то за едой. Чёлки возвращаются! Да, что такое, Мия, что такое? Собака! Лох. Отдайте, дай костет, кто поднял костет, дай костет. Все, давайте. Они сюда же, понимаете, что они сюда могут вернуться в любой момент и забрать наших котеечек. Мы не должны отдавать им своих котеечек, поэтому защищайтесь по центре. Где железо? Какое железо? Где? Пацаны, защищайтесь. Два железа! Уже два железа, пацаны! Три железа. 4 железа! 5 железа! 6 железа! 7! Так, пока что мы прям очень сильно их превосходим. Мне кажется, нужно отсюда валить, потому что тёлочки в любой момент могут сюда вернуться и забрать у нас это железо. Поэтому давайте сваливаем мы отсюда. Они уже вернулись? Да! Я на другой берег, меня здесь никто не сможет достать. Пацаны, у нас есть 8 железа. Нам осталось еще сколько? Еще 8. Ой. Хлеб! Хлеб, иди сюда! Хлеб на другую сторону! Хлеб! И шашлык, вали мию! Я пока здесь немножко вот так остановлюсь. У меня есть верстачок. Я ничего не понимаю, что происходит в этом кошачьем инвентаре. Вот так и нужно сделать печку. Делаем печку. И пережариваем практически все, что у нас есть. Я надеюсь, никто не сможет стартыбзить это, потому что любой человек сейчас может подойти ко мне со спины и все украсть, все железо, которое мы с шашлыком только что добыли. Мия, ты как предводительница, ты как себя чувствуешь? Все хорошо, Мия? Помогите. По центре мне нужна защита! Вы где вообще? Я не знаю, где вы, но давайте... Так, я себе уже крафчу. Угу, надеваем... Иля, какие у меня ботиночки! Если у тебя есть уголь, давай засовывай его сюда. Мне кажется, что у тебя его нет, поэтому давай будем пережаривать вот так. Не смотри, не надо, не вникайте, пожалуйста, в эту картинку, не вникайте, она умеет гипнотизировать. Не смотрите на нее! Хлеб, я тебе крафчу сейчас железные ботиночки, но пообещай мне, пожалуйста, что ты их не прокакаешь. Обещаешь? Где ты? Картошка 6 железа нашла! Как у... Хлеб! Держи! Только не... Пожалуйста, не потеряй. Потеряешь это, потеряешь голову. Бля, какой красавец. Так, нам осталось еще 8 железа добыть. Где бы их найти, а? Малек, ты как умер в стене, а? Картошка еще одно железо нашла! Да успокойся! Пацаны, все собираемся в кучу. Все в кучу. Хлеб, шашлык и ты... Малек, ты вообще делаешь что-то в этой жизни? У тебя кирки даже нет. На кирку. Конечно, если малек будет продолжать умирать в сенке, то, естественно, у него ничего в этой жизни не будет. По железо, шашлык, ты где? Шашлык! Так, сейчас бы еще его найти. Они вроде бежали куда-то там сверху. Мия, как у вас там дела, Стасик? Все нормально, по малесеньку? Меня убить хотят. Тебя убить хотят. Хорошо, скажите мне, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, где вы находитесь в этом кошачьем мире, потому что мне уже страшно. Я дома. Шашлык, я тебя вижу! Иди сюда. Да, выбрасывай. Быстро, сколько? 2 железа? Ты уверен, то, что там больше ничего нет? Уверен? Нет, ну значит пошли проверим. Не уверен. Где ты был, шашлык? Рассказывай. Опа, это что? Добываем верстак. Картошка, ты где? Я потеряла еду. Шашлык, показывай, где было железо? Я тебя потерял. Где я? Меня, походу, здесь скинули. Меня заманили сюда в ловушку. Шашлык, где ты? Опа, картошка рядом. Пацаны! Помогай, Малек! Сзади, Мия! Пацаны, нужна помощь на спавне. Малек, иди сюда, надо отступать. Шашлык еще 4 железа нашел. Да где ты это железо находишь, я не могу понять. Иди сюда, иди на спавн. Свинка, как ты умер? То есть, подождите. Шашлык нашел 4 железа и после этого еще умер, да? Шашлык, ты прокакал 4 железа? Я нашла. Что ты нашла? Железо нашла. Сколько нашла? Сколько нашла железа? 10 железа! Я что-то вообще не понимаю. Вы просто... У меня 3. Вы просто сидите, отмалчиваетесь, а потом в конце говорите то, что у вас там 159 железа. Хлеб, ты где? Логика
логика девушек. Это логика девушек? О-о-о, небо заплакало. Но проблема в том, то, что у шашлыка было 4 железа. 4 железа, и он их прокакал. Шашлык, ты нашел железо? Своё. Я случайно! Я не думал, то, что я тебя задал. Это была чистая-пречистая случайность. Ой! Меня. Пацаны, нам нужно с вами собраться на спавне. У меня 2 железа есть. Еще нужно 6 ровно. Хлеб, ты где? У меня уже 2 ботинок есть. Сейчас я тогда тебе скину. Куда? Неплохо, хлеб. Мы только тебя ждем. И тебя, малек, тоже. Все на спаун. Быстро! Давай. Все железо. Собираем все железо в кучу. Еще нужно 2 железа. 2 железа. Малек, где твое железо? Где? Да почему? Да почему я всех убиваю с одного удара? Малек, у них 3 ботинок. Вот верстак. Сейчас переправляется на 4 ботинки. У вас уже 4 пары, но пока вы не прибежите на спавн, пока вы не покажете то, что у вас есть 4 пары, значит вы еще пока что не выиграли. Свитка, давай быстро сюда, у него 9 железа, быстро, нам еще 4 железа нужно. Даже 2. Быстро, шашлык, может мы быстрее успеем скрафтить, чем они. Что надо? Давай. Я от вас уплываю, пацаны, пока. Давайте. 3 железа есть, 3 железа есть. Все на спавн. Вот это прям напряженка такая напряженка. 4 железо. 4 железо есть. Крафтим 3 ботиночки. Пацаны, шашлык, мы только тебя ждем. Быстро, завалите Мию. Идем на Мию или не идем на Мию, я не знаю. Я тебя укушу. Шашлык, нам нужно 2 железа. 2 железа, пожалуйста, родники наш, вернись на спаун. Давай, выбрасывай. Ставь печку. Собака, да. Где железо? Давай вот сюда и вот сюда. Шашлык, на шашлык. Надевай. Последнее железо. Кто быстрее будет на спауне, тот и выиграл. С полным сетом железа. Ну как бы у каждого человека, чтобы ботинки железные были. Девчонки, я бегу. На! Собака! Партизан! Иди сюда, малек, иди сюда, быстро! Малек! Держи! Надевай! Надевай! Да! Я все правильно понял, то, что у нас есть 4 железа у каждого. У каждого есть железные ботинки. Уже мы скрафтили их. Так. Ага. И вот так. Ага. И вот так. У кого-то есть еда? Скажите, пожалуйста, назад, что да. Догоняйте Стасика! Хлеб, нужна помощь! Хлеб! Да! Валим! Хлеб валим! Текаем с городу! Картошка, успокой свою пюрешку! Все, подождите, я предлагаю перемирие, нужно перемирие. Все, мы выиграли, после боя руками не машут, как говорится, понимаете? После боя руками не машут! Монстр и картошка, успокойтесь, все, мы закончили, мы... Тихо, пацаны. Я вижу, как кто-то бежит от девушек. Это я. Все понятно, пацаны, мне помощь нужна. Пацаны, у меня пол сердечка. Оп, не надо никакие килы прописывать, никакие Эдисон. Так, ну и все, здесь меня вряд ли кто-то уже сможет сбить. А как я потом спущусь вниз, а? У меня такой вопрос. Залезайте сюда, пацаны! В реку! Хлеб, спасательная операция! Прыжок в реку! Подожди, хлеб! Все, мы текаем с городу! Все, пацаны, пока! Шашлык? Нет! Шашлык, все, пока. И малек тоже пока, бабы тоже пока. Мы победили. На такой романтичной ноте, где нахожусь я вместе с хлебом, мы, наверное, закончим эту серию, потому что счет 4-2. Хлеб, давай, проплывай. Они сейчас нас догонят и заберут все железо. Вы нам нужны. Хлеб, сзади картошка, поэтому давай сваливай.
мы втекаем в городу. Я вам всем говорю огромное спасибо за просмотр. Напиши в комментах, какую следующую карту один блок ты хочешь видеть. Возможно, не кошачью, уже возможно, собачью, я не знаю. Картошка, иди в задницу, мы все, мы уже заканчиваем. А я еще и быстро бегать не могу. А мы уже закончили, мы уже успели закончить эту серию, поэтому всем удачи, всем пока. Вот картошку тоже шашлык убил, отомстил. Всем до свидания. Мурмяу! Мазафакеры!